Ну что ж, друзья, у нас для вас есть потрясающие своей новизной объявления и хорошие новости. У нас продвигается все-таки работа, несмотря ни на какие трудности, над вещью «Феникс», которая была записана вот уже, получается, несколько месяцев тому назад, но она до сих пор не была издана. Но теперь момент ее издания, он неуклонно приближается. Мы решили здесь рассмотреть «Феникса» не как вечное возрождение, как это принято рассматривать. Да, «Феникс», который через огонь возрождается, и он снова жив. Но перед тем, как возродиться, он ведь каждый раз и умирает. Поэтому легенда о «Фениксе» — это и легенда о вечной смерти, а не только о вечном возрождении. Поэтому наш «Феникс», он такой немного более мрачный, наверное. Хотя, да. Хотя каждый из вас услышит, конечно, в этой своей композиции свое. Свое. Да, ну и тут это самое. Тут, конечно, могут возникнуть параллели с альбомом группы «Ария». Но их тут нет. Их тут абсолютно нет. Абсолютно их тут нет. Вот абсолютно. К тому «Фениксу» не имеет никакого отношения. И, кстати говоря, это одна из трех вещей. Вот как раз мы же говорили в видео «Как помочь проекту». Вот это как раз вот и было. Вот теперь одна из трех вещей. Да, собственно, готовы три вещи, да. И одна из которых — это вот именно вещь «Феникс». Здесь сделан акцент на, во многом на гитару. Это такая вещь, где вы не увидите какой-то ритм секции, вообще ее не увидите. Могу раскрыть даже такой секрет. Да, и здесь во многом именно гитары сыграли основную роль. Во всех ее проявлениях гитара здесь будет присутствовать. Ну, конечно же, будут и клавиши, и какие-то эффекты. В общем, вещь, наверное, получилась довольно характерная для нас с одной стороны, а с другой стороны и может быть необычная. Необычной своей какой-то новизной, потому что, опять же, кто-то увидит для, ну, в ней что-то свое и что-то оригинальное. Просто каждая из этих трех вещей, собственно, которые сделаны, они все очень разные. От какого-то латино-стайла до какого-то мрачного, до каких-то блюзовых моментов. Все они очень разные. И вот одну из граней вот этой различности представит песня «Феникс», представит инструментальная композиция «Феникс», которая, ну, мы надеемся, в ближайший, ну, может быть, месяц точно выйдет. Как и две остальные. Они тоже инструментальные, кстати. Какие там «Феникс»? Да, две остальные песни, скажем так, еще имеют рабочие названия. Они тоже, мы надеемся, скоро выйдут, они полностью готовы. Ну, а мы сейчас, собственно, пока готовится «Феникс», как вы понимаете, это уже не наших рук дело, дело рук нашего уже обычного звукорежиссера. Сергея Харламова, который находится в Кишиневе, и которому сегодня, сегодня вот мы как раз записываем этот, собственно, ролик. Да. Это видео, которое, значит, вот именно сегодня, в этот день, она отправлена Сергею в работу. Сергею и, в работу. Собственно, ну, это кропотливый труд, не очень быстрый, но я надеюсь, что все завершится удачно. И пока Сергей там работает над этой вещью, мы уже вскоре начнем работу здесь над новыми вещами, тем более, что скоро у нас предстоят некоторые обновления нашего стафа, но об этом мы расскажем тогда, когда они случатся. Расскажем, покажем, да. И похвастаемся, конечно же, всем. Всем и вся, и, в общем, вы об этом узнаете. И... Ну и самое главное, мы используем это при записи. Да, мы используем при записи, так что, как бы, наш звуковой тракт несколько обновится, чему я, собственно, очень, очень рад и счастлив тем, что мы получим, собственно, американизированный саунд, немножко такой вот чисто американский, потому что есть звук британский, а есть американский. И поэтому вот... Многие идеи, собственно, которые ждали своего воплощения, были связаны как раз с этим американским звуком, и теперь они это самое воплощение получат благодаря новым возможностям. Так, ну, что вот, будем надеяться, собственно... что все хорошо. Проект не останавливается, проект не... Проект живет. Не завершен. Были некоторые проблемы различного толка, скажем так, которые, ну, были связаны с различными областями моей, прежде всего, жизни.
Но сейчас все в порядке, и мы продолжаем наш путь к вершине, так сказать, музыкального Олимпа и путь к вашим сердцам, я надеюсь. Ну да. Пишите комментарии, как обычно, задавайте вопросы, да, ответим всем. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, лайки. Ставьте колокольчик, лайки, и мы, собственно говоря, будем дружить. Будем с вами ВКонтакте, так сказать, потому что сейчас... Во всех, кстати, смыслах есть группа ВКонтакте тоже. Да, группа ВКонтакте тоже есть. И там, если вы, конечно, смотрите наш как бы проект, наш вот тот плейлист, который, собственно, так и называется, одноименно, как наш проект Feel of Danger, там, в, собственно говоря, в конце роликов указана наша группа ВКонтакте. Ну и вообще все наши ВКонтакте, где и как нас найти. Можно найти. Ну и на Ютубе, конечно, тоже там в, это самое, в разделе о канале тоже можно нас найти. Там ссылки есть на те ресурсы, которые мы, собственно говоря, занимаем. Которые именно наши. Потому что есть вещи на каких-то наших, на каких-то других ресурсах. Но там, как вы понимаете, мы не можем отвечать за то, что с вас возьмут деньги, а даже такие случаи были, за то, что вы получите какой-то там вирус себе на компьютер или что-то. Есть официальные ресурсы, которые занимаются фишингом и всякой фигней и официально представляют нашу музыку. Вот они именно и указаны. А, ну и да, в общем, как говорится, чтобы проще, еще проще нас найти, собственно говоря, смотрите ролики, такие как, в общем, ну, Feel of Danger в YouTube, чтобы долго не искать. Потом, значит... Ну, мы ссылочки дадим в описании к этому это видео. Feel of Danger ресурсы в сети. И следующий еще ролик, третий, Feel of Danger в ВКонтакте. Собственно, вот так. Ну да, я думаю, что мы ссылочки на эти ролики дадим в описании к этому видео. Ссылки будут, все, мы все как бы сделаем, проект живет. И, движется вперед, и все в порядке. В общем, никуда мы не делись, не ушли. Мы не пропали. И деньги, кстати говоря, вот на, как бы, которые мы, собственно говоря, просили на наш, собственно говоря, проект. Это вот было, опять же, повторяюсь, как помочь проекту, ролик. Вот это как раз вот на те вещи, вот на эти три вещи, которые пока вот. Одна из них, как мы говорим, Феникс. Еще две. Вы все еще можете помочь проекту. Смотрите ролик, как помочь проекту, поскольку все тормозится вот, ну, исключительно этим. Вещи уже готовы. Или нам нужна ваша помощь. Еще ролик там как бы есть, который тоже можно, собственно, посмотреть. И там тоже как бы увидеть, что... Как бы, а мы там об этом тоже говорим и... Да, смотрите, смотрите ролики, слушайте музыку, смотрите ролики, где мы рассказываем об истории, смотрите ролики, где мы говорим о каких-то... Высказываем, опять же, свое мнение, у вас может быть свое, на какие-то... по поводу каких-то актуальных вопросов нашей музыкальной действительности. Да. Также делитесь в социальных сетях, пишите комментарии. Ну и скоро увидимся, услышим. Скоро, скоро вы уже увидите наши новые вещи. Чему, собственно говоря, и вы будете, так сказать, надеюсь. Рады, надеюсь, да. И мы это наконец-то. Уж, это уж точно, да. Потому что уже материала много, как бы, как говорится, от творчества распирает, но старые вещи. Они должны получить какое-то воплощение. А поскольку они должны получить воплощение, то нас это несколько тормозит в как бы, ну, чтобы, так сказать, не... Дабы не работать в стол. Дабы не работать в стол, мы. Ну, и всякие, в общем, еще были этому причины. Я думаю, что это. Чтобы, что... Просто чтобы вещи были закончены. Вот мы, собственно говоря, мы делаем так, как бы закончим, все, и начинаем новую. Вот так вот, так и работаем.
Да. Ну, все. Ждите новостей. Мы с вами.